О Великой Отечественной войне Прасковья Филипповна Ломовская рассказывает редко и неохотно, не упоминая каких-либо деталей. Когда началась война, ей было всего 12 лет. В Мордовии, село Бурдышки. Когда-то было районное село, сейчас уже нет. 6 классов я окончила, всех взяли на фронт. В 13 лет Прасковья устроилась на работу охранником в районо, чтобы прокормить больную мать, братьев и сестер. Как рассказывает женщина, работать приходилось в основном по ночам. Было очень страшно. Иногда убегала ночью. Прибегу к матери, говорю, там это, думабой вопит на потолке. Она говорит, нет, это кошки там, туда-сюда. И мне приходилось опять возвращаться туда одной. В период 41 по 45 год питаться семье приходилось ягодами и грибами, иногда даже обычной травой. Их Прасковья Филипповна собирала в лесу. Как вспоминает женщина, прежде чем пойти в лес, она тщательно исследовала территорию, чтобы не встретиться с немцами. Жизнь была очень тяжелая. Я даже детям своим не рассказываю, как мне тяжело. Вот такую жизнь прожить. Не пожелать бы никому, вот, молодежи, чтобы жизнь ценили. После войны Прасковья Филипповна вышла замуж, переехала в наш город. На протяжении нескольких лет работала в Федеральном ядерном центре. Сегодня она находится на заслуженном отдыхе.